Если не лживо фото, взгляните, это что-то. В газете вот внизу, в разделе их ждет суд. Он во второй колонке, лицо как у ребенка. Так неворочен этот взгляд. Разве убийцы так глядят? Да что вы, Бога ради! Если за стол он сядет, была бы я не против, чтобы он сел напротив. Если он, как в газете, красивее нет на свете. Стервец так юн и так хорош, на душегуба не похож. У них другие лица, неужто впрямь молиться? Он обречен в последний раз, неужто близок смертный час? Нет, это было б слишком, взять и казнить парнишку. Я президентская жена, я добрых помыслов полна. Мне, кстати, гильотина была всегда противна. Хоть муж мой властью облечен, во мне души не чает он. Коль мое сердце тает, Фемида отступает. Было б не лживо фото, а там моя забота. Такой красавчик, и на дне пусть приведут его ко мне. Мерзавца с сердцем нежным, непонятого прежде, уж я смогу помочь найти ему к раскаянию пути, чтобы в стране попутно уменьшилась преступность. Я б начала с ним прямиком, а правосудие потом. Но я напомню все же, он должен быть похожим точь-в-точь на свой фотопортрет, а без того и речи нет. Мое условие таково: пусть приведут ко мне его, а там моя забота, если не лживо фото. Si la photo est bonne, si la photo est bonne.